Знаете, я никогда не думал, то, что я выложу видео подобного формата, но Sega заставила. Буквально вчера на презентации Sony они показали Sonic X Shadow Generations. Какой же это эпик, мать его! Я никогда не думал, то, что они снова возьмутся за похождение Угрюмого. Но они это сделали. То есть, если мы будем сейчас вот смотреть на трейлер, то, как вы можете заметить, поначалу он идет точно так же, как и в классическом Generations, и тут бац, когда вылетает Sonic и Classic Sonic. Дальше мы видим сценку почти как в SA 2. Охренеть! Это во-первых. Во-вторых, мало того, врубается охрененный запил. У Shadow типичные эджи, его глаза, но при этом, кстати, моделька показана как-то, не знаю, он стал чуть менее угрюмым, но чуть более детским, что ли. Я не знаю, как это объяснить. Вот, но вставка с геймплеем прям шик, прям 0.6 немножко даже отдает, когда телепорты буквально станет шадиво в воздухе. Потом вот этот полет с Black Doom, ну да, с Black Doom получается сквозь пространство и время, я так понимаю. Судя по всему, он... ну, я не буду спекулировать над всякими теориями, я не теоретик и все в этом духе, но мне нравится, как оно выглядит. Вот... Как выглядит вообще шикарно. Геймплей... знаете что? Вот я работаю, конечно, над своим проектом, все в этом духе. Но, мама мия, я никогда не смогу сделать такого уровня геймплей, по крайней мере, в одиночку. Во-первых, это классическая Дженни, но, судя по кадрам, у Шадива будет не только возможность телепорта к противникам, но и швырять хаос-контроль. То есть мы в одной сцене буквально видим, как он метает хаос-контроль, чтобы... Ой, метать хаос контроль. Метает хаос копье, чтобы отбить снаряд противника. То есть в этой игре это можно будет. И вот эти вот всякие квик-тайм-эвент добивания от Шадива. Короче, ребят, я жду. Это вот просто эпик.